Ой! Рома! Привет! Рэй, как обычно, в центре внимания. А как его? 2 марта. У нас с Игорьком юбилей. Серега, только машины смотрите. Окровавленный Игорь. Маша, медсестра. Рэй, замолчи. Так, а где-то там наши профессионалы. Я даже не знаю, где они. Где их искать? Ира. А то не Катя стоит, что такое худенькое. Сейчас будут катиться. Значит, среди наших это вон он, Стас. Вова, Стас. Вон Стас. Где большой Стас? Вон он, синий такой большой, стоит, что-то ест. Ярик, Катя. Катя, Вова, Ярик и Стас, да, у нас? Четверо наших там где-то. Вот. В этом году зима побаловала снегом. И даже под Машуком можно на лыжах кататься. Но мы вот за всю зиму один раз выбрались. Ярик в куртке, все в куртке. Серега, ну что ты надрываешься? Ему так понравится. Ну видишь, он рулит. Руководит процессом. Бля, там прям прыгают по-настоящему, трамплины понастроили. Опа, фристайл. Наши готовятся. Да. Ну, кого опа, не вижу. Лена, лыжи Сережа. Так, одела очки. Серега. Катька где? Ну, ну, а вон со Стасом в красном. Кто это? Ромка, пешком ходи. А? Ромка. Ром, Ром, расскажи, классно кататься? А, это который прыгает. Да? Классно? А он перекреплен. Ром, а скажи, что ты нашел, сыночек? Елка. Елку нашел, еще что? Шишку нашел Рома. Рискуя жизнью, выпрыгнул с санок в лужу. Сегодня тепло. Ну и Катьки с Вовой тоже нет. Да, да. Вот это меня интересует. Она ему штаны дала. И вдвоем смылись. Не, ну наглость. Пальцы пока заматывала. Я тут Капотскому пальцы заматывала. А мой муж там с Катькой заматывает. Рэй, ты что там нашел, Рэй? Он лежит кто-то. Я ему приготовила кофточек и забыла. Я всегда с собой беру видеокамеру. И вдруг раз Рэй сейчас что-нибудь как откопает нам. Один в один. Пригодятся. Артём, ты чё там молчишь? Я тебя не вижу, не слышу. Ползи быстрей. Так, по полу. На ногах ходить, быстро. Вот. Тут банда, да, Серёга? Мы такими не были. А чё, наши съехали, да? Да, вон здесь тоже едем. Надо было орать, что вы едете. Ромка, здесь. Рома, привет. Ромка, привет. Ты на санках катайся, что ж ты на жопе едешь, Алло, бестолочь. Ой, не могу. Мама, мам, вон папа. Что, Серёж? Папа вон. Я видела. Смотрите, как снег падает сильно. Давай, выползай уже. Аля не может. Вылезай уже, бестолочь. Ну. Вылезай, говорю. Счастливый, морда довольная. Рот до ушей хоть завязочки пришей.
А я на санках буду ехать. Смотри, папка как едет. Папка, ты хоть на него не наедь. Ромка, вставай! Игорь, смотри, машина! Снимай, Ярик. Я снимаю. Ну, экипировка, конечно, класс. О мастерстве еще не скажешь, конечно. Давай, быстрее. Руку дай. Давай, руку. Не, подожди, ну на санках. Сейчас подержите ее. На санках, подожди. Мама, надо было комбинезон. Какой комбинезон? Да он ему мал же, Игорь. Ой, мама, что за ребенок? Я сейчас тебя поймаю. Отведи, где в долг? Посмотри. Ну за руку ты можешь ребенка не взять? Дает он за руку идти. Ну под мышки возьми его. Да не дает он, убирает. Ну он же не знает просто своего счастья, дитё. Я вижу, что он не знает своего счастья. Посмотри, сколько у него счастья. Ты на него посмотри, что ты на меня смотришь? Он счастье все в коробочке. Дерезла сидит. А если он меня снимет? На трамплин, давай, Стас, давай, что там, давай. Ой, тут такие ворота. Ну-ка прыгай на трамплин. Дары, перестань. А потом мы это скоро прокрутим. А? Главное счастье. Хорошо ты в кустах смотришься, Стас. Это ты так прыгаешь? Нет. Этот таракан тут все полный для языка лазит. Эй, таракан. Таракан, таракан, тараканище. Садись. Поедем сейчас на санках, садись. Как нет, на санках поедем, садись. Вот сюда, Игорь, да? Ты его не задушишь, если упадешь на него? Вот сюда, вторую ногу. Вы пойдите туда, где долго можно катиться. Куда, Света, долго? Вот Света, туда, вот. Свет, нам здесь хорошо. Тут нет, сильно круто и коротко, нет, а там более пологое. Слушай, сейчас поедешь кататься, допросишься. Сын. Я людям, понимаешь, на санках кататься негде. Пойди туда, Игорь. Куда я должен идти? Мне тут хорошо. Ой. Тебя? Да. Да. У-ху! Чего-то засняла. На. Давай, я папу твоего снимаю.
Тут не столько катаешься, сколько тогда приставным шагом. Вот это когда падаешь, Маша, ты одевала хоть раз лыжи? Нет. Вот смотри, вот упрямый какой. Упрямый, противный. Вот полезу и все. Ля-ля-ля. И счастливый, ему нравится. Ну как, Ром? Я язык нафиг. Как дела, Рома? Ром, как дела? Нравится кататься? Ты от папы убежал. Смотри, дядя прыгает как. Папа! Смотри, Серёга. Рома, стой, там дети едут на санях, стой. Рома! Отвали, ребенок, умеет ходить или нет? Мы выкупали. Смотри, Ромка катается. Ромка, смотри, ладно. А ты, поговоришь, давно поднялся и покатался. Рома, ой, как жарко, а? Слушай, как светло. Классно, Рома, классно. Даже без шапки. Да, на санках еще лучше. На санках, знаешь, как хорошо кататься? Лучше, чем на штанах. Будешь? Возьми папу санки. Ром, не хочешь? Слезки такие. Иди сюда. Роман, иди садись на санки, поедем сейчас. Садись. Почему-то не понравилось. Штанам надо было привязать что-нибудь. Дощечки у нас были в горах. На джубчике. Надо было тебе сам сказать. Рей, зато... Почему? На морозе, не знаю. Хотя не мороз. Серега! Что ты там будешь? Не бояться, я... Серега, осторожно! Да, вот тут же машины ездят. Рома, стой! Рома, стой, машина! Стой! Да. Ну и телом он управляет хорошо. Не отдых, а какие-то нервы сплошные. А Вова говорит, все с Катей обнимается. Ну ты бегемот. Зато видели. А что, ты ехал, подожди, да? Подожди, я съехал. На, кто повторит? Кто повторит? Ёлки-палки. Сколько? Два раза я съехал. А что? Ты знаешь, тебе здесь лучше, чем в Донбай, это бы было сложнее, мне кажется. Ты знаешь, очень много сил уходит на подъем. Ну. О, а Вова все с Катькой обнимается. А эти тоже вот это приставным. Я не вижу, когда они едут. Я все время вижу, как они вот это поднимают. Стоп. Самому интересно. Бля, как человек легко едет. Ты видишь, мальчишка этот в красном. Ага, и без этих, без палок. Такая девушка с красными волосами была, красный шапка. Тёмка. Подъезжай сзади, все в свете. И будем как в фильме, ну погоди. Подвеску. Вдвоем поехали. Вон, гляньте, как Рома катается. Содержательно.
Хоть Серега с нашим Ромой воюет, он вообще уже.